Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». В этом видео я составила для вас очередную подборку 10 самых интересных оригинальных праздничных салатов на любой вкус. Ссылку на предыдущую часть, а также на видео «5 салатов без майонеза» я оставлю в описании. Кто не видел, обязательно посмотрите. В этот раз в подборку вошли самые различные салаты с мясом, птицей, сельдью, легкие овощные и более сытные, как с майонезом, так и с пикантными заправками. Уверена, что каждый выберет для себя салат по вкусу, а то и не один. Все эти рецепты есть у меня на канале, а ссылки на них вы найдете в описании под видео. Салат из сельди с яблоком и маринованной свеклой. Согласитесь, что селедка под шубой – это классический салат на праздничный стол, особенно на новогодний. Но из сельди можно приготовить и множество других вкусных, несложных и аппетитных салатов. Сельдь прекрасно сочетается со многими продуктами, и этот салат – отличное тому подтверждение. А его изюминка в использовании маринованной свеклы. Салат получается пикантный, кисло-сладкий, а за счет свежих яблок и орехов – с приятной хрустящей текстурой. Сочетание продуктов на первый взгляд хоть и необычное, но результат вас приятно удивит. Салат с фасолью и говядиной тбилиси. Это необыкновенно вкусный, сытный, яркий праздничный салат. Его еще называют грузинский. Готовится он из простых продуктов, которые настолько удачно подобраны и отлично сочетаются, что нежелательно заменять или исключать какие-либо ингредиенты, так как вкус у него будет уже не тот. Преимуществ у этого салата несколько. В первую очередь он придется по вкусу всем, кто любит салаты без майонеза. А еще его можно приготовить накануне, сэкономив драгоценное время, при этом на следующий день он будет еще вкусней. Салат получается необыкновенно ароматный, очень аппетитный, в меру острый, с освежающим вкусом. Салат «Венеция» за 10 минут. Это супер быстрый, вкусный и сытный салат, для которого не нужно ничего отваривать. На его приготовление вы затратите максимум 10 минут. А учитывая, что в предпраздничной суете времени всегда не хватает, то этот салат станет для вас находкой. Среди прочих компонентов в его составе есть сыр и колбаса. И именно от их качества будет зависеть конечный вкус салата. Поэтому выбирайте проверенные продукты. Подавать салат можно как в общем салатнике, так и в персональном. Креманках. Это очень аппетитный и простой в приготовлении салат. Салат с курицей и мандаринами. Это очень легкий, вкусный и эффектный праздничный салат. Количество ингредиентов в его составе минимальное, а вся изюминка в салатной заправке. Готовится этот яркий салат очень легко и быстро. Буквально за 15 минут до прихода гостей и сразу же подается к столу. Он очень сочный и нежный и обязательно придется по вкусу всем любителям салатов без майонеза. Будьте уверены, что этот вкусный и низкокалорийный салат не останется без внимания ваших гостей. Мясной салат «Принц». В этом видео вы узнаете рецепт очень вкусного, сытного и пикантного салата с говядиной под названием «Принц». Этот салат можно приготовить не только с говядиной или телятиной, но и со свининой, а также с мясом индейки или курицы. Рецепт несложный, салат готовится просто и быстро, а съедается еще быстрее. Особый пикантный вкус этому салату придает удачное сочетание продуктов и бесподобно вкусной салатной заправки. Этот аппетитный, очень вкусный мясной салат как нельзя лучше подойдет на праздничный стол. Легкий салат с пикантной заправкой «Парижель». В оригинальном рецепте салат «Парижель» заправляется майонезом, а я предлагаю вам свою версию знаменитого французского салата с полезной заправкой на основе йогурта. Этот салат получается очень яркий, сочный, легкий, с приятной копченой ноткой и при этом совершенно не калорийный. Преимущество этого рецепта в том, что все ингредиенты можно подготовить заранее, за несколько часов до нужного момента, а затем останется только заправить салат, выложить его на сервировку. Сервировочное блюдо, и можно всех звать к столу. Салат из пекинской капусты «Зимняя сказка». Предлагаю вам еще один рецепт легкого и нежного салата из серии «Проще простого» с минимальным количеством ингредиентов и без предварительной их подготовки. Вкус у этого замечательного салата очень интересный. Пекинская капуста придает хрустящую текстуру, огурец добавляет свежести, копченое куриное филе – пикантности, сливочный сыр – нежные мягкие оттенки, кукуруза – приятную сладость, а завершает и подчеркивает все достоинства этого салата заправка из нежнейшего домашнего майонеза. Приготовьте этот вкусный салат, и вы получите истинное удовольствие.
Салат из свеклы с сыром и орехами. Это еще один салат, который выручит вас в любой ситуации и будет готов буквально за несколько минут. Его можно подать как повседневное блюдо, так и на праздничный стол. Быстрый, простой, недорогой, а главное вкусный и очень аппетитный салат. Он особенно придется по душе всем любителям свеклы и тем, кто придерживается правильного и здорового питания. Казалось бы, обычная свекла, но в сочетании с оригинальной салатной заправкой, сыром и орехами получается превосходный салат. Готовьте с удовольствием. Думаю, такое блюдо ваши гости непременно оценят. Салат ананас. Хочу предложить вам рецепт еще одного оригинального салата, который украсит любой праздничный стол. Салат ананас очень вкусный, сытный, с приятной аппетитной ноткой копченого мяса и в меру сочный за счет кисло-сладких яблок и ананасов. Прелесть этого салата в том, что его можно и нужно готовить заранее, как минимум за несколько часов, а лучше за сутки до подачи, чтобы он как следует пропитался. Это оригинальный салат с эффектной подачей из самых доступных продуктов. Легендарный салат «Селедка под шубой». Какой же праздничный стол, особенно новогодний, без этого салата? Конечно, каждая хозяйка готовит его по-своему, а я покажу свой вариант приготовления и подачи этого традиционного салата. Селедку под шубой можно приготовить за несколько часов до застолья и хранить в холодильнике, а непосредственно перед приходом гостей украсить и подать на праздничный стол. Очень надеюсь, что вы возьмете на заметку и вам понравится необычное оформление самого обычного салата. Друзья мои, я постаралась подобрать для вас лучшие рецепты салатов для любых торжественных случаев. Думаю, здесь есть из чего выбрать, и вы с легкостью составите свое праздничное меню. А если и этого будет мало, посмотрите первую часть подборки вкусных салатов, а также горячих блюд, закусок и десертов. Все ссылки вы найдете в описании. Если вам понравилась моя коллекция салатов, не забудьте поставить лайк, делитесь видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые видео. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов!